Сейчас будем динамикой дергать. УАЗик подъезжает. Вот там, там, говорю, здесь очень скользко. Молодца. Там была просто ювелирная работа, это просто пипец. Да, дорожка жесткая. Сейчас УАЗик на белках тащит. УАЗик, у которого заднее что-то там застелло. Вот. Там подъем, очень сложно все это, когда тащишь за собой еще один УАЗик. Ну ничего, пацаны справились. Такая вот дорожка, ну жесть просто. Все, дождем размыло, просто каток. Уперлись в порог, сейчас подкопаем и поедем дальше. Закидало грязью. Так вот.
еще одна попытка. Задница мне выходит, перед выехал. Сцепление намокло. Сейчас будем вытаскивать лебедку. Блокировки делают дело. Айда, скуда пошел? Все, приехали. Ну я так и знал, там колеса, блядь, большие, хули. Я так и знал, что он там засядет. Так, у нас здесь еще объездная дорожка, их три, все по разным поехали. Блин, не тянет. Жек, кто-то улазит. Засадное место еще одно. Лебедки, задний мост не работает. Было сидим, перегибаем. Дождик как лил, так и льет.
Такая вот засада. Пора, да? Лебёдки. Да, здесь вот товарная глина. Колесо уперлось. Крыло. Сейчас будем курить. Чалкой будем пробовать лебедкой. Надо увазить выход из клеи, заехать вон туда, туда оттуда вот тянуть. По-прежнему рубимся. Лебедка, чалка.
наконец-то почти вытащили. Смотрите, какая здесь Илья. Глубочайшая. Еще там два УАЗика. Дикий подъем. Мокрый. Дождик. И нифига не может вытащить. Он просто не один, он еще тащит за собой УАЗик. И это очень тяжелое дело. Сейчас у нас тут жесть творится. УАЗик на лебедке зацепился за дерево. Тащит еще один УАЗик. Только передний привод работает. Подъемчик. Охеренный.